противоположные стороны четырехугольника попарно равны. То есть есть какой-то такой четырехугольник, у него АА, а здесь ББ, длинная сторона. Докажите, что стороны его противоположные параллельны. Это параллелограмм. А я такое слово еще не знаю. Представьте себе, что я это слово еще не знаю. Задача. Есть параллелограмм, но только определенный так. Четырехугольник, у которого противоположные стороны равны, и другие противоположные стороны тоже равны. Требуется доказать, что это параллелограмм. Ну, то есть, в частности, доказать, что противоположные стороны параллельны. Да. Нет, смотрите, если двигать одну из сторон B, да, то стороны... Почему? Почему? Да. Если двигать, то она будет двигаться параллельно. Да. А, ну, можно? Да, конечно. Это общая сторона. Эти два треугольника равны ура. По трем сторонам. Треугольники конкурентны по трем сторонам. А значит... Все. Что? Есть признак такой. Признак конкуренции треугольника. Все, спасибо, все правильно. Все правильно сделать. Если у нас есть вот такой треугольник со сторонами ABC и такой треугольник тоже со сторонами ABC, то они конкурентны, да. То есть вот этот вот угол равен вот этому. Напротив А расположен один и тот же угол. И напротив Б расположен другой. Так, а как теперь понять, почему же прямые параллельны? А вот почему? Потому что вот этот отрезок, и здесь углы, и значит, есть такое. Ну, там обратная теорема, внутри как расслежащая. Да, да, да. Если у вас есть какая-то прямая и пересекающая, и две прямые, и вот если так получилось, что, да, вот эти вот углы равны, то в таком случае это прямые параллели. Считаем, что это уже мы это знаем. Отлично.